Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы представляем вашему вниманию один из наших объектов недвижимости – коттедж площадью 103 квадратных метра, который расположен на северо-западном побережье Крыма в поселке Стерегущее. Это абсолютно новый коттедж, в котором сделан современный ремонт и установлена новая комфортная мебель. Имеется терраса, на которую можно выйти из комнаты, и место для стоянки машины. Территория коттеджа полностью огорожена. В коттедже имеется 4 жилых комнаты, санузел, кухня, и он рассчитан на комфортное проживание не более 6 человек. Сейчас перед вами первая комната. В ней имеется двухспальная кровать и большой шкаф-купе. Покрытие пола в комнатах коттеджа – ламинат. На стенах – обои. Везде натяжные потолки. Отопление, кондиционер – все это имеется в коттедже и обеспечивает комфортное проживание в любое время года. В большой прихожей также есть шкаф-купе для верхней одежды. Место для курения имеется на улице, в доме курить не предполагается. Также просим обратить внимание, что гостей с животными мы не принимаем. Мы заходим во вторую комнату. В ней имеется раскладывающийся диван, кресло-кровать и рабочее место – компьютерный столик. В коттедже есть Wi-Fi и многоканальное телевидение. В третьей комнате имеются 2 одноместных кровати, шкаф для белья и одежды и тумбочка. В санузле есть душевая кабина, ванна, стиральная машина и все остальное, что должно быть в этом помещении. Горячая и холодная вода в любое время суток, без ограничений. Нужно отметить, что сдается коттедж в аренду не меньше, чем на 2 суток. Возможно, длительная аренда. В этом случае цена будет оговариваться индивидуально. В зависимости от сезона цены также меняются. На любой срок проживания заключается договор и обязательно выдается кассовый чек. В кухонной зоне имеется микроволновая печь, электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, вся необходимая посуда для приготовления и употребления пищи, а также большой двухкамерный холодильник. Обеденный стол на 6 персон расположен в зале, с которым соединена кухня, но по желанию гостей его можно переставить и в кухонную зону. Также в зале имеется большой диван,
тумба под телевизор с выдвижными ящиками, сам телевизор, кондиционер и выход на террасу, где имеется пластиковый стол со стульями и мангал для приготовления шашлыков. Теперь не менее важная информация. Коттедж расположен на второй линии от берега моря, до которого можно дойти буквально за пару минут. Сам поселок Стерегущее расположен территориально вот здесь. Это в 70 километрах от Евпатории, 54 километрах от Черноморска, 220 от Ялты и 140 километрах от Симферополя. Главное и, безусловно, заслуживающее внимания отдыхающих достопримечательности Регущева – знаменитая Бакальская коса. Она начинается сразу за поселком, можете увидеть это на карте. Вот такую прекрасную асфальтную дорогу сделали до почти самого ее конца в 2023 году. А это виды косы. С одной стороны волны, с другой – спокойная гладь. Купаться здесь – сплошное удовольствие. Это уникальный природно-ландшафтный заповедник, внутри которого находится не менее уникальное Бакальское озеро с лечебными грязями. Также нужно отметить, что воды Каркиницкого залива, который омывает берега Стерегущего, отличаются повышенным содержанием йода, благодаря особым водорослям, растущим только здесь, что само по себе очень полезно для повышения иммунитета, и не только. Вода здесь прогревается значительно раньше, чем на южном берегу, и имеет постоянную температуру на протяжении всего летнего сезона. Здесь нет так называемой понизовки, то есть холодных морских течений, которые очень часто омрачают отдых на южном и западном берегу Крыма. Благодаря этому и купальный сезон здесь длится значительно дольше. Мелкая ракушка покрывает просторные пляжи, что больше практически нигде не встречается на крымских пляжах, разве что в Портовом, это недалеко отсюда. Ходить по ней – непередаваемое ощущение. Не подумайте только, что кромки ракушек острые, море уже бережно обточило их, но пилинг вашим ступням будет обеспечен, притом совершенно бесплатно. Заход в море очень удобный, непродолжительный, но и не резкий. Также нужно сказать о двойной аэрации воздуха, присутствующей в этой уникальной части Крыма – степной и морской. Это сочетание дает прекрасный лечебный эффект многим заболеваниям. Сами пляжи, как мы уже говорили, немноголюдные, широкие и ровные. В поселке имеются продуктовые магазины и кафе. Однако не стоит ожидать увеселительных заведений. Здесь царит покой и тишина. Настоящий релакс на море – это как раз про отдых в Стерегущем. Теперь скажем несколько слов о других наших жилых объектах, которые также предлагаются в аренду в Стерегущем. Внутри огороженной территории на первой линии от моря имеются бесплатная гостевая парковка для машин, мангальная зона, терраса с видом на море и зона отдыха. На этой территории предлагается в аренду жилой коттедж, рассчитанный для проживания семьи из трех человек, и комнаты со всеми удобствами с видом на море в жилом доме. Вот их интерьеры. Также мы предлагаем в аренду жилую недвижимость в поселке Портовое. Это почти в 30 километрах от Стерегущего.
комнаты, квартиры в этом доме. Он находится на первой линии от моря, в них все удобства, новый ремонт, новая мебель и новая бытовая техника. А также новый коттедж на второй линии от моря, рассчитанный на проживание семьи до 5 человек. О всех этих объектах будет более подробно рассказано на нашем канале. Подписывайтесь!